подходит, начинают жарки цвести. Там, допустим, километровую поляну алых вот этих жарков. Ну, Ирыгаки, оно всегда было красивые места. Тайга тут. Наша компания называется «Сибирь Плюс». Мы находимся в Хакасии, город Абакан. На сегодняшний день у нас порядка 100 автомобилей в предприятии. Половина автомобилей – это автомобили Volvo колесной формулой 6x4 в комплектации фаш. С территории Республики Тывы мы перевозим угли коксующих марок, которые используются в металлургии. На территории Хакасии мы возим энергетические угли, которые используются в ТЭЦ. В наших условиях, то есть наши машины ходят по перевалам, там все-таки сложные условия, поэтому когда гололед, зима, только 6x4. Много поворотов, и как бы все круто это. Ну, просто АБС вообще прекрасно помогает. Она не дает машине пойти в юз. Допустим, если все-таки тягача куда-то понесло, он просто там, эта функция отпускает тормоза, и она передает воздух в телегу. И он ее как бы выравнивает, машину. Вот это мне и нравится, что машина сама по себе, она умная. Нужна ритмичность в нашей работе, нам нужно, чтобы машины ходили быстро. В 2014 году начали использовать автомобили Volvo, взяли 10 автомобилей в тест, посмотреть, как они себя покажут. Показали они себя очень успешно. В 2016 году мы приобрели 35 автомобилей Volvo, а в 2017 году планируем приобрести еще 85 автомобилей. Берем статистику годовую, просто смотрим по пробегу. Ну, чтобы вы понимали, Volvo прохаживает в год где-то порядка 330-340 тысяч километров. Из этого следует, что Volvo, она ходит и ходит. Так-то она вообще вягонькая машинка. Я работал рессорно так, подменял человека. Я скажу вам, намного жестче. Все-таки на подушках есть, на подушках. Да, на фредлайнере, допустим, большой салон, там, естественно, побольше места, но как бы они не такие выносливые. По тем же самым горам она не дает, допустим, встать, буксовать не дает. Водителей надо как минимум двое на единицу. И если бы мы говорили о 10-20 водителях, ну, тут было бы проще их подбирать. Но когда нужно 200 человек, а то и больше, то тут мы сталкиваемся с определенными трудностями. У нас, допустим, если новенькие приходят, у нас идут, они как стажировку проходят, идут с фрэклайнер, потом идет Скания, ну, а потом уже Volvo. Ну, уже тут как, механики смотрят, как работают пацаны. И вот выходят на Volvo пацаны, ну, действительно, они... Да, Volvo – это земля и небо со Скани, допустим. И по комфорту, и по горам, и по горнику, по этому же. И по итогам 2-3-месячной квалификации мы выбираем лучших из лучших. Компания Volvo – это наш партнер по бизнесу. Прежде всего, у нас есть взаимопонимание в том, что Volvo делает свою продукцию, которая много ездит, мало стоит на поломках.